обычно хорошо выглядело. Идет, короче, через мост, а потом налево. Ориентир мост. Ага. Чёрный народ, погнали нахуй. Ёбаный урод. Вух, и полетели. Поехали. Бордельчики, так-то пошустрее катать. А тут БТР говно, блядь. Если едешь, дальше будет. Жопа будешь. Самый меня прикалывает, конечно, это оптика, блядь. От бога просто. Спасибо, что не разбит. Сразу на шоп, все знаете? Я бы, блядь, сюда бы разработчика посадил бы, нахуй, этого БТРа бы, блядь. Пускай воюет, да как хочет. Форн вечно недоволен. Тебя скулит по кусочку? Тебе вот вечно недоволен. Я доволен. Очень. Самый-самый дальний угол туда заезжай, нахуй. Пусть даже чуть-чуть повыше подняться. Так, и тут нет пониженной передачи. Жалко. Пониженная. Хотя нет, раньше был, я помню, скрип. На FT2 понизили. Готовься. Ну, форма у них темно-зеленая, у нас да. Светлая, блядь. Больше гражданская. В да лесу прям охуенно видно, блядь. Они проиграют, у них ничего нету. Они ага. Уроды. И на протяжении истинно. Трех заданий они проигрывать. Там у них только СПГ, да и этот, блядь. ДШК. Все, выходите. Курс юга. А тим на связи? Северо-восток. Да, Барсы высадились. Угу. Северо-восток, да, и там как раз по лесочку, нах, пройдете. Барсы, там ВТР пехота, с СБшниками кооперируете, с пехотой. ВТФ пехота с барсами вообще-то пошла, нет? Я знаю, я имею в виду СБшников, ждите, и ВТФ, и барсы. Зачем нам, они на зачем БТРе, нам да? Мы на одном БТР с барсами приехали вообще-то. Я знаю, что вы приехали в Барсе, но на БТР еще и другой БТР, который выполняет ту же задачу, что и вы. СБ на связи? Да, на связи. Вот слышал, Форн, вот они с вами будут атаковать Павлова. Да. Вы там, ребят, нас с востока не покосите немножко. Касаныч, ты куда уебашил? Северо-восток. Левее. Слева скунет я. А мы с тобой сможем ли здесь по низиночке между деревьями проехать на 144-ю высоту? А это 22. Ага, теперь на мой. Мы можем спуститься вниз и вот так вот сейчас нарисуем. Кто? А это 22. Не, я понимаю, кто это. Я не на то на ДВ или ну они давай, с кем приходят. Понятно, ладно. Блять, этот ебаный фонарь тут справа, он ствол подкидывает, блядь. На командира пересядь, поверни его. Куда его повернуть-то, блядь? Эвергрин в приседе, да? Барс, обзор на город имеем, ждем БТР. Хорошо. Как
Тот там уебашил. Да я левее барсов. Хотим тихо у вас? Окей, я барс. Хорошо, смотри. На границу леса. Что за вопрос? Сейчас какое-то поле должно быть, и потом направо. Да, я ж тебе скунин говорю, что я слева. А вон поле спереди как раз. Угу. Нет, тоже на границ лес. Да вижу, вон там лежишься. Все, сидите, ждите там команды. Мы. Сейчас СБшники подойдут, пойдете штурмовать. Турпанов, вам не видно эту метку? Ладно, аккуратней там. Ну да, это как раз она и есть, высота. Гектор. На связи. Наругай потом педанта, что на ДВ не выходит. Точнее, не педанта, а демона. Демон в размере станет. На верхушку на самом не заезжай, осмотримся. Я выйду сейчас, выбегу там, посмотрим на город, блядь, отсюда. Оттуда так пару домов чисто видно, я знаю, что это за высота. Так, а Тим и ББ там метку на пехоту тут на поставил, да, 2-2. Привет, ну, там видите, блядь. Можно будет вообще переехать на 276-ю, блядь, оттуда посмотреть. Нихера себе ты придумал. Оттуда 291. Ну-ка, на крайняк можно в болото заехать. Оттуда видно противника хорошо. Можно и болото, блядь. Вижу пехо. Где, в городе? На 60, да, в направлении. На 60 это в городе получается, да? Да, под забором бегает. Докладывается, чего? Какой болот? Барса, там... Пехоту заметили в городе, если что. Ну это ваша как раз задача. Нет, я просто им говорю, я сам в батарее лечь. Я понял. СБ слышали? Стой, тормози, пока. Гектор. Сейчас я чуть-чуть съеду, а то у меня БТР с ума сходит. Да, слышали, слышали. Ну, имейте в виду и давайте с басами атакуйте, там все дела под прикрытием БТРов. В принципе, пусть можешь сюда заезжать, быть, тебя не видно будет, слышишь? Так, Барс, давайте, извиняюсь. Чуть объехать, а то он тут слишком склон. СБ, мы передвинемся вот сюда, в лес повыше, чтобы с фланга к ним зайти, так сказать. Слышь, тут нихуя не видно, блядь. Турпан, ты не видно там? Да пока нет, чё, нахуй. Угу. Вижу пару домов только, нахуй. Оттуда можно, ну так, чисто психологически подавить будет. Да. Чёрти пехом бегает, может пострелять по нему. Хорошо, что на ДВ вышли. К вам идет Атим на помощь и ББ. Давай право, вправо сворачивай и попробуй вот так вот боком заезжать. Да-да-да, вот так вот, как сейчас. Так, Барсов, куда сместились? Не выходит? Тут по низинке подожди, можно пройти. Еще направо. Да-да-да, вот так есть. Метка в том канале. Обновил. Местности продвигаемся до забора сына. Давайте, кто там Павлов занимается, не тормозите. А Тим, что у вас там жестко? Пехота, да, идем в бой. Давай. Ебаный гора, за ним ничего не видно, блядь. Так, я вижу, я 144-й.
Атака на Павлова пошла, нет еще? Пошли они уже. Да, да, подходим, подходим. Давай. БТРм оставаться на местах еще? СП пехота, когда удобной метки, когда удобной позиции доберетесь, сообщите, мы точно чему так. БТР по вызову своей пехоты работают. Принят. СП на метке. Метка актуальна. СБ, зовите свой бетер, если вам он вам нужен. Где-то у них тут, блядь, СПГ, пойди по любасам стоит в кустах, надо. Так, не, пока не будем шум поднимать. Ладно, ладно. А Тим живы? У нас тут деревья, походу, пошли. Бля. Да, я дальше пошел. Я уже жив, но у меня пехота кончилась. Бля, ладно. Если что, сбивай ДВ. Если... Только скажешь, если будешь сбивать. Блять, и некуда поставить, сука, ну, технику. Давай, ладно. Ебаный лес, Миша. 2-2 на связи, нет? СБ, пехота так начали. Его никуда не поставишь, только вот... Нет, еще мы вас видим. Понизим, только оттуда видно, Павел. Давайте, нормально. Углубляйтесь и начнем. С юга не штурмовик. Ну только по ГПшечке туда, блядь, товарищ. ГПшечки, ГПшечки туда. Принято, про ГПшек. Барсы, начинаем? Можем начинать. СБ тоже начинает, это так. Вы там СПГ не увидели нигде? Погнали тогда нахуй. Давай, Барс начал движение. СБ начал движение. Крупанов живой? Да, в городе КП свои. Как будете в деревню, Барс, заходить? Скажите, чтобы КПшить прекратили. Ну, уже 100 метров от этой деревни, 50 даже. Монстр твоих встретили кого, нет? Начинаем штурм. Понятно. Все, если они начали штурм, СБшники, хватит это ГПшить. Принято, мы запрекратили. Так, Барс, тоже прекращайте ГПшить. Прекращайте ГПшить, заходим в вопрос. Крупанов живой? Так, да, точно. Смотрите, ты в нашем же городе. Я тебя буду периодически проверять. Не ебните их. А, хорошо. Хорошо бинокль не отдал, блядь. То бы так нихуя бы ничего не видно было. Что такое, блядь?
хую знает, не взглядеть. Жив, что вермелёт? Угу. Пехоту противника нашли? Да, тут. Ну ничего пока не нашли. Трупанов, ты кому? А, ты меня? Да они, наверное, мины кинули и уехали. Барс, осторожно, мины могут быть. Барс, а уже половину зачистили. Мы тоже половину зачистили. Мы аж уже церковь продвинулись. Церковь проверьте, там двери открываются. Мы до церкви дошли. Трупанов. Да. Ты там один остался или сколько у вас? Не, я все один остался. Понятно. Дуй, наверное, к монстру и с ним, ну, с ними будь. Уверен, что мины противопехотные? Если он вас там нужен, то ладно, пусть там будет. Трупанов, тогда встань. Я в том плане, можешь на КВ их выйти, чтобы, если что, на ПКВ им сказать что. Ну, проверяйте это, то, что уничтожили или не уничтожили. А ту пехоту, которую видели, блядь, чё, её нет уже, на? Чё там с Павлова? Это он другой не видел. Павлова уже сейчас чисто. Всё чисто, зовите свои БТРы и грузитесь в них. Сейчас метки раздам. БТРы подъезжайте к церкви. Слышал, Форум? Дальше идем. Ну, у церкви пока. Группируемся. БТР ждем. Вы округу осмотрели, блядь? Нигде там СПГ, блядь, наверху не стоит, нахуй? Ну, я смотрел, так, блядь, нихуя не поставил, на метке высаживается пехота, идет, как я поставил метки, а БТР прикрывают. Чё говоришь? По дороге. Катайся. Один БТР едет с барсами и ВТФ, а один из СБ со своими. Фронт, вы подъехали? Да. Барса, наши кареты поданы. Куда мы едем-то, блядь? Барса, повторите. Наша карета подана. Беттер стоит на этом, около церкви. Это для Барса БТР? Да. Первый БТР, смотря с какой стороны, около остановки, короче. Который ближе к церкви. Да. Да. Который перед церковью прям стоит. А в Павлова кого-нибудь убили или нет? В БТР грузимся. Ты кого-нибудь убили в Павлова, блядь, Алёшки? Никого не было, не нашли. А кто же орал, блядь? В Павлова было или нет? Никого не нашли. Не было. А нет. А кто орал, блядь, что метки это типа противник, блядь? Вот орал. Так, все, все сели, блядь. Барсы. Гонда. Наши все, если что, барсов не знаю. Барсов все сели? А вам нужны вообще там СБшники? Минск. Тут Минск. Я просто, может, их тогда с барсами лучше отправлю. Тут сижу. Ну, с барсами. Ну, блядь, быстрее сейчас. Сижу, сижу. Все сели? Все, все. Все. Сижу в машине, не видно. Скорый крутите, пацаны, и смотрите на своих. Точнее, колесико мыши, блядь. Ладно, как это сейчас, хорошо. Это БТРы, стойте пока в Павлово. И пехота уже, пока пусть отматривается рядом с БТРами. Но будьте готовы сразу выдвигаться. Все-таки пехота... Больше спокойно, заеби пока лучше. С
слышали? Куда заехать? Тормози, мы спешимся, а ты выходит на 3 часа. Так, спешиваемся. Вермиллион, скажешь, когда все от БТР отойдут, чтобы я от нас назад отъехал. Крупанов живой? Все от БТР отойдите. Все от БТР, Барс, отойдите тоже. Так, вроде никого. Все, я задний ход сдаю. Чего Вермиллион не расслышал? Не тебе. Блин, плохо слышишь, 2-2, ты сможешь транслировать? Ну, ладно. Мустаж, вы тоже дальше продвигаетесь? Мустаж. Вы тоже дальше, говорю, продвигаетесь? Что за война началась? Тебе не мешает на правой стороне этот хуй тень-то, блядь? Не мешает, да. А что мы спешились? Никитыч орёт, что надо выйти подождать. Oh. Крест наш. Чё ждёт, не знаю. Я подождём, посмотрим. А пусть пехота вперёд идёт. Вон там. Высоту, высоты осматривает. Чё сидят? СБ, Барсы на связи, ВТФ? На связи. Всё хорошо. Я типа сам должен гадать, куда идти. Мостер, в смысле, откуда пошел? Я никуда не пошел. Пока лежим, ждем. Факторка — это порт, да, ты имеешь в виду? Да, да, да. Ага. Я понял. Бардак Аким на связи? Так ты. Вы действуете там вместе со вторым бардаком, ну, с ББшным? У вас это КВ есть или нет? Есть. Настройтесь на тоже на мусоровское, чтобы понимать, что происходит. А то у них больше инфы сейчас. Некто. Мы бы уже до Козловки доехали бы, блин. Ну. А еще по-любому, скорее всего, по всей территории рассосались. Какие у них были эти вот там машинки, блядь, вот они на них подъем. По всей территории прям да, ебанули. Да, 291 сидят, и у них на юго-восток вообще все видно, кто где проходит. Ну да, 291, 311, может быть, 93 сидят. 311 там нет, обзор. А вот на 291 там никто уходит, и юго-восток весь видят, всех, кого кто проходит на них. Чисто одного на всякий случай. Это СПГ по кому-то? Одна СПГ обнаружена, еще одна СПГ у них где-то стоит. Ну займетесь? Бардаки там, не знаю, на практике. Вот так вот видно. Че мне, остальные силы звать мусор, или еще рано? Мусор. Я говорю, звать остальные силы к вам или пока рано? Ладно. Ха-ха-ха.
Так, БТР Барсов и ВТФ двигается к штабному бардаку. БТР СБ, сейчас метку дам. Так, уходим к БТРу. Пехота Барсов остается? Нет, все вместе БТР? С БТРом, ВТФ, и Барсы, и БТР едут к штабному. И СБ тоже к штабному, все к штабному. Все, парни, садись. БТРы могут выдвигаться на метке. Да, посадите свою пехоту, все БТР пусть сажают свою пехоту к себе и едут к штабному бардаку. Ну под берегом, ну такое. А у нас план поди не вылазил, да? Михаил БТР. Так, и Вергрин, ты где? Сажусь, так, мои все. Все поехали. Все сели, так? Да, все сели. Да, 10 человек. Ну и поехали. Назад, на юг. Без дорог должно быть. Ехаем на пляж. Жуб. Ты дорогу видишь? Я что-то не иду. А, вон я все. Мусор как у вас там? Потом кто на коме сидит, закройте окошечко. Закрою. Да я не хотел бы, я не хотел делить атаку. Сейчас по берегу попиздится, скорее всего. А может вперед ПТР пустить, а вы за нами будете. СПГ. Либо ЕДШК. Уворачиваться будем. Нет. Метр двигается, если бы это то становится. Умрем, а если не будет знать где. А там огонь будет. Огонь я там будет. Огонь, огонь. Пал. Палку давай. Первая миссия. Да. Из трех. Из двух. Из трех. Вторая еще хуже. Это сейчас легкая дымка, да? Там туман будет, чтобы сдать. В атаке вторая. Нет. Может, тоже в атаке? Нет, во второй. Попить никому не надо, а то мы проезжаем мимо колонки. Можно. На Макдрайв съедем. Что это? На карте? Может, не отходя от карты, я вам плевать налево. Заправиться надо? Да. Топлива еще много. Че? Оружие керосина. Пустошина. О, вот, да. Бардак, а вот не вести. Где мой? Я знаю, что просто. Там спешишь его сейчас с БТРом? Ну, видать, давайте сходить. Блин. Да, и сейчас дам метку. Пехота пока туда пусть идет, а БТР пусть едет к БРДМам и там помогает по возможности, ну, с портом. Поливает зону принят. Вермилев принял там? Пока еще мы до зоны не добрались, пока все, пост. Все, пиздуйте. А мы поедем. На 40 идем.
Барсам ВТФ надо смотреть тылы, чтобы не подошли под, которые по тылам. Сейчас мы лючок закроем. Мусташ, как у вас дела? Мусташ. Крупонос. Короче, смотри карту. Сдвиг предлагаю. Сейчас, подожди. А, это бардаки на связи? Ну, обычно, да. А, Тим? Тоже вроде рядом были, на кого были, видно, они рядом стоят. Ну ладно, а у вас мусор живой вообще, нет? Да. А, ну ладно, живой. Воин, слышь меня? Карту видишь, ориентируйся по карте, смотри, что на как ДБР Дэми доедем, там дальше будет СПГшка стоять. Я предлагаю все же профилактический сдвиг. Да не надо пока. Потом растеряемся все нахуй. Не надо пока. Если нас слушают, если что, не говорите, что вы там я у маяка или где хуй знает где. Бля, ну я же у маяка. Я на месте прошу. Крупонос, ты можешь не отвечает? Блять, ну я в Козловке резерв. Нахуй слышал, как. Сдвиг, всем на первый резерв. Всем сдвиг на первый резерв. Бля, я уже сказал, что я в Козловке. О, бля, что-то горит, слышь. Частоты. 55.7 пехота не отвечает никто, один БРДМ живой. Да у вас здесь горит он спереди, БРДМ, блядь. Все, давайте это, парни. Не, что мы в обороне сейчас узнаем. Че? Да. Отступайте к штабному и вообще, все, кто там в атаке участвовал на форте, все отступайте к штабному, кто есть. Чем назад отъезжаем? Это пехота, которую я отправил, Барс и ВТФ, обратно к БТРам. Обратно к БТРам? Да, обратно к БТРам. Все, я передумал здесь, это нормально, здесь не понравилось. Пока еще силы есть. Поехали через Козловку. Сейчас поедем. Держим оборону, сейчас наши будут отступать. Прикрываем отступление. Слышали, БТРом отступаем. Снап, ты ПКВ, кого можешь, там собери и да тоже нет. Говори, чтобы к штабному шли. Да может мне справа встать, около горы, блядь, чтобы сели все. По берегу там как-нибудь. Да пока не надо, идем наш, возвращается. Ну мы едем к штабному. Снап, ты слышал? Да, встань лучше там. Слушай, так вот, бардак. Да. Ебать, мы столько пропиздили. Я его вижу, блядь. Это что за самолет пролетел? Ну это, наверное, снап, только что-то он не остановился. Может его расстрелять, наверное? Как дезертировать? Слушай, он пролетел мимо нас, как захваченный, такое ощущение. Да-да-да, сейчас прикинь, откроет огонь по нам. Так, ребят, всем внимание на камеру. Воин, смотри на этот, на БРДМ, который сейчас пролетел. Где? Снап, это ты был? Да. Блять, что ты молчишь? Тут промчался мимо нас, как сумасшедший, блядь. Ладно, промчался, пролетел. Заползил сдвиг. Сейчас сделаем. Понятно, ладно. Дядя просто. Все, ладно. Барсы прибыли. Хорошо, рассаживайтесь все. Снап, ты по КВ. Ваш лимузин стоит около воды. Все, машин. Где наш лимузин? Около воды стоит. Блять, подождите, тихо же, лимузины свои. Снап, ты своим ПКВ передал, чтобы отступали в каменку? Или там нет никого? Но мне уже никто не ответил. Скажи, около воды стоим, если Барс увидит. Ладно, все по лимузинам там своим. Там, в общем, СПГ стоит, пехота и... ДШКМ. ДШКМ, да. Я понял. Там можно, конечно, на 121-й засесть в лесочке и подождать. Они сейчас выдвинутся на маяк в Лусаша. Наверняка. Я понял. Ладно, всем Павлова, что там лимузины все рассели, своих Павлова пока керачу. Блин. Парни, все в лимузин. Все здесь. Да, мои все. Добро поехал. Если никого не надо оставить. Да не, вроде того. Mm-hmm.
Павло, пацаны, едет. На респаун наступаем. Все, поиграли, пацаны, расходимся. Я заебись вам не сидится. Да-да. Да, Павло, мы едем. Красава. Ты бы давай говоришь. Павлова. Да, Павлова. Из Волкова. Нет, Павлова. Мы поехали на Павлова. Бля, мы сейчас тут планы вообще. Пока ты ехать в Павлова. Моя? Там подков копать, блин, до зоны. Да, именно так. Сначала по одному плану играть, а потом по другому. Смотрим за высотами, ребят. А Батер быстрее не может? Это же Б. Ну если вы уже Б, это скрип не кора. Это не скрип не кора, это, блядь, РХС ебаный, блядь. Да скрип не кора, блядь, в РХС все нормально едет. БТР даже в РХС. Что за стрельба была? Кто-нибудь выйдите, блядь, вырвите нахуй скрипты не кора, блядь, и полетите. Непонятно, где-то за это. Да это кто-то с БТР стрелял, я прям видел. Наш БТР не стрелял. Точно не из БТР. Не признает. Наш БТР тоже, мы едем. Могу сделать скриншот полных боеприпасов. Так что это скорее всего М2 какая-нибудь ебанула на. ДШК. ДШК, блин. Ну да, одиночный выстрел, дальше перестал, наверное, испугался. Да ну нахер, не буду дальше стрелять, да? Увидел АКСБ, да. Ты, Никита, хоть сам отступил? Я за Беттером каким-то еду. Это мы. Ну вот, сзади вами еду. А хотя у меня же приглушенный звук, так что хуй знает. Может и выстрел-то сейчас и был. Приедем в Хайлоу, я расскажу, что дальше делать. Много вообще осталось? Да я думаю, достаточно, в принципе, для... Предлагаю еще один брифинг провести в церкви. Да, давайте так не делаем. Помолимся за покойных жизнем. Сейчас, короче, БТР останавливаемся. Я приехал туда. Нет, я не поеду туда один, я думаю, там уже я останусь. Я понял. Ну ладно, кто там передо мной? БТР, ты первый же, да, едешь? Я не знаю, какой я еду. Да, ну, давайте, мы первый вроде едем. В это как его приедете там где-нибудь за метров за 300 от близки это высадитесь и пехота пусть проверит Павло. Время у нас вроде бы еще есть. Где-то это уже видел. Дубль 2? Да, у вас дежавю будет. Парни, опять Павло, да? Делаем так же, еще раз Павло прочищаем. Гектор, ты все время в ДВ говоришь своим парням, или это нормально? Как вы меня заебали уже, блин. Кто-кто? Все нахуй кто? Кстати, СБ, вам не надо чистить. Вози вас туда-сюда, туда-сюда. И никакой благодарности. Можете остановиться и на восток. Недалеко от Павлова. Может, мы сразу на 154-ю пойдем? Нам тут ближе, чем до Павлова. Это кто говорит? Это говорят двое. Кто говорил? Пилот первого БДМ. Вот БТР. Это воин, говорил. Ебать, я шабатрился. Кто это? Ты думаешь... Ну, слушай, а давайте, кстати, правда. Первый БТР на 154-й СБ, а вас тогда Павлова. Приняли. Бля, я сейчас заблужусь в лесу. Да. Направо, просто на восток. Ничего страшного. По грибы, блядь. Не, а такой брифинг там ожидался, пиздарный. Так, мы на востоке, на востоке. Не с этим. К церкви подъезжай. Нихуя, они сразу туда заехали. А то же место стало.
Сейчас выезжаем, блядь, на 154. СБ, вы только сначала хоть чеканите из Банова, прежде чем заезжать туда. Приняли, приняли. Мы, где ты хуй знает где мы. Все, он справа, дорогу видит. Да, мы здесь. Да. Нихуя, залазь, куда мы уже добрались? Чтобы только башня торчала. Хнап, у тебя там тихо? Я вообще-то в Козловку так, собирался, блядь. Я почти ничего не вижу. Так, макушка издания. А вы со своими... Там противник не оккупировал ее случайно? Не знаю, вряд ли. А вы со своими 154-й, блядь. Бля, а вот здесь никто не сидит? Ты давай справа съезжаешь, блядь, я тут что и сажу, блядь. Давай, пацаны, выходите, нахуй. Да где вон там впереди по левой дороге идем? Ну, играй дальше. 140. Поставь БТР, так. А справа 154, блядь, посмотрите ее. Какая цель вообще за высадки? Что нам здесь делать? Вам пока там осмотреться. Да, ты подожаешь, что говоришь. Да. Бас, ВТФ, если у вас там тихо... Кстати, где у вас БТР? Рядом. А, он рядом, отлично. Он пусть, если там все тихо, пусть остается на 154-й и метку на себя... Да, отлично. Вот. А вы, если все тихо на 154-й, двигайтесь, сейчас скажу туда. Ну что они не идут? Идите, алло, кто там сидит? А что? Идут они, идут. У меня. Двигайтесь. Вот, да, вам метку. И пока будете идти, смотрите, где может там БТР в этом листе проехать. Да где он проедет? Но сначала проверьте 154-ю, а потом от нее идите, можете вот через северный лесок, ну, который вдоль дороги идет. Слышь? Вот иди так. Через северный лесок, не ходи там на книжу, блин. Приняли, бац, это? Принял. И пусть БТР с вами едет на расстоянии метров 100-200 от вас. На 154 или ехать за ним? Через лес на севере едем. Снат и... А зачем тогда нам на 154-ю подниматься? Если Павловский чисто, так же, как все остальные. Проверим, чтобы никого не было там. Ну, давайте, чекайте, потом идите. Да я же посмотрел. Ну, все, тогда пиздуйте сразу. СБ, Павлова особо не задерживайте. Чистенько, значит, сразу прыгнули обратно в свой беттер, и вот как все остальные. Так, вы где? Так, с Кони-то вижу, Эвергрин-то где? На высоте 154. Возвращайся. И пешим ходом год за годом. Так вижу тебя, справа тебя правее чуть возьми. Еще правее. Я на дороге стою. В полный рост беги, быстрее будет. Не шифтуй. Стамину потеряешь или восстанавливаться забьешься. Никого около БТРа нет, чтобы развернуться мне нахуй. Да и нет. Да, на БТР поедем на эту метку следующую. Нет, ну ты что, мы едем. А мы на БТР поедем. Ни хера там бардак херачит посередине дороги. Чекать территорию, что ли? Все, СБ, можете не проверять, нет там никого фаула, идите в свой беттер и дуйте туда. Тут снап летит вовсю, нахуй, по дороге, блин. Мимо нас пролетает. Неправда. Пролетел. Уже раньше это было давно. Прям сейчас на аэро летите? Пролетел. Взлетать хотите? Что, поехали? Какое направление? По кромке леса на восток идем.
Сейчас мы сейчас под СПГ опять попадем на. Ничего страшного. Снап, а судя по докладам твоей пехоты, они кого-то убили там вообще, нет? На самом порту нет никого. Она не видно было. Да, я понял. А на 121 вообще что-то было? Убийства такие? Да, да. Там была вражеская Волга, и там какой-то пех тусил, когда мы пришли. А что у нас там по времени, блядь? А, 45 минут идет. Время на миссию. Какое время по мосту двигаешься по кромке? Да, двигаюсь. Эта кромка упрется в дорогу. В дорогу переходим, в тот лес уходим. Снап, вот ты удалил маркер, а ты уверен, что там у нас нету противника? Восклицательный знак? Да. Восклицательный знак — это не метка противника, обычно его выставляют рандомно в начале миссии, как я знаю. Я его только что поставил. Там просто если нет, там будет старый. Стоять, ну типа, ну... Они там нам все так обошрут. Ну тогда скажи хотя бы рацию, что вот обратите внимание туда. Что я считаю, где что какая? 59-93? Нет, 91. Смотрите, я сейчас пытаюсь объяснить всем смысл, чтобы потом не было вопросов. Вся пехота, какая есть, она движется, вот видите, примерно, то есть не примерно, а метку вся пехота. Вся пехота движется по этому лесу. И потом она его зачищает для своей техники, потому что техника поедет на свою метку после зачистки, как вы скажете, что лес чист, если он будет чист, конечно. Вот, она поедет, вся техника поедет на свою метку и будет крошить зону. А вся пехота вот так вот пойдет в зону. Всем все понятно? БТРы двигаются поначалу от своей пехоты в метрах 200, там с тобой 300 сидели. Стоят или ждут, или что-то такое. Поэтому лесу гребаному. Я не знаю, как там будет возможность проехать или нет. Смотрите, пехота своим БТРом подсказывайте, где они проедут, где не проедут. Я сам не знаю просто, где там что. Но смысл... Но смысл пехоте сначала вот этот весь лес постараться... Ну не весь, я имею в виду южную, естественно, часть. Южную часть этого леса постараться зачистить для своей техники. Как только вы зачистите, техника начинает движение на свою метку, а пехота начинает движение в зону по... То есть, как его, господи, линии, которую я начертил. Надо еще предусмотреть, не заедет ли нам какая-нибудь шишига назад. У них нет шишиг, у них нет, только Волги. У них только Волги и так далее. Да уже на это времени и сил нет. У нас уже последний вот шанс, это атака вот с этой стороны. Если получится, то получится. Не получится, значит я плохой КС и больше никаких полковников. Удалил арму. Нет, вот арму я не буду удалять. Не дождетесь, скажи. Мы форму звонили, опускаемся. Давайте, давайте. Мы сейчас подъедем. Так, штаб АФК 2-3 минуты. Отправил. Ну, короче, идите, воюйте, а я пойду. АФК. Идет. Все забыл. Ой, на пике стоят здесь. Кто там стоит? Ну да. Сейчас прихожу. Я в низину сваливаюсь. Наш бетер, чтобы не засветить справа, блядь.
захватил по дороге, такой как едет, блядь. Так, а у них СПГ, а что за СПГ? Переносное или? На машинке. Две машинки у них на этих штук. Пока постоим так. Чтобы нам в жопу не заехали или по дороге кто-нибудь не пропёр. Я в жопу, он на дорогу смотрел туда. Фрон, слышишь? Да, на связи, чё. Ну, можешь, наверное, подъезжать уже. Ну, мы тут на перекрёстке садим. Окей. Ну, смотришь, Никит, здесь низина. Боюсь, из-за скрипта машины с неё не подымутся никуда. То есть, тут тупо поедут по низине. А через север, смотри, может как-то проехать они смогут. Через Бор. Через север не знаю, уж по низине мы идем. Под ним нас на севере встретить могут. Сейчас Стас проверит. Север. Не встретят, не встретят. А ты бардак можешь сам севером, с нами поставить. Да им нахер я не хочу вытереть. Я поеду сейчас сам, это не ТВД все равно. Вот, план вы мой поняли, если я умру, я имею в виду, план вы мой поняли, действуйте к нему, а там по ситуации. Я сейчас проеду, Бор проверю. Если кто-то сядет на стрелка в БРД МВБ, будет вообще отлично, потому что я пока один. А кто-то может выделить стрелка-то уж? Мы далеко. Может, ты сядешь, у тебя же простой, наверное, БРД, без ничего. Да, давай, ладно, сейчас подъедь ко мне, метка где-то сейчас. Где-то здесь я. Так, сейчас двигаемся на 120 ориентир. Короче, мы к вам спускаемся. Никита, на связи? Да. Бор чекать нет. Бор? Нет, забудьте про него. А, бор, пока мы сами сейчас со Стамповым чекнем. Вам надо лес. Лес. Самый главный лес ваш, который вот где сейчас барсы и ВТФ, и вот этот лес ваш. Бор, забей на него. Лучше его обойди по лесу. Ебать, тут все видно, блядь. Ну. Так, стой. Особенно это белый беттер, блядь. Я вижу балу. Это же не балу. Это же болото. Это не. Никит, но мы на актуальной. Хорошо, проверяйте южную часть леса. Я вижу это болото, блядь. Вам нужно, чтобы там стала техника, вот где вся техника метка стоит. Ну, мы если сейчас чуть спустимся, нас отлично будет видно со всех сторон. Пока закрепитесь. Нас
Никит, нас отлично будет видно с 93-й высоты. В таком тумане-то, блядь. Ты в КВ-шку сказал, если что. Я вообще с ДВ-шку говорил. В КВ. Никит, принял? По кому? Вермилин, повтори, я не понимаю. Так у нас, похоже, контакт близкий. ВТФ. На связи. Кто вот? ПДВ или ПКВ было? ПДВ. ВТФ на связи. Я убедился, что вы живы. Эвергрин. Ну что, Вермилин, с вами одиночка, что ли? Что там? То есть, Б, вы слишком сильно отстаете от всех, это плохо. Я именно пехоте, БТР-то ладно. Живой? Сейчас догоним. Эвер. Так, Никита, это похоже на баты здесь. Двух убил. Ты в КВ-шку. Красавчик. Так, ДВ было. Ну, значит, четверо там, смотри. Барс, давайте БТР вам помогайте. Я один остался. Охуенно. Еще, возможно, два набата рядом. Блять, там набаты, ясно. Печеньку я убил. Убей всех, пожалуйста. Посади всех и в зону влетели на полную скорость. Так, Ну, у тебя барсы сзади. Все, барсы, подожди, ко мне близко. Барсы вот в боевой готовности, здесь убил уже. Мы, возможно, немножко не там, но типа, мы возле выстрелов были, но, возможно, метка нас не точная, потому что это выстрел. Да я вас вижу. Альфа-1-4, БТР. На связи. Форан, ты там не можешь, да, проехать, чтобы подняться потом? Куда, вниз, что ли, я съеду? Нет, не, ты сможешь подняться. Туда, на восток проехать. На восток, где Альфа-1-4 синий стоит? Туда, что ли? Да, да. Не, нам туда надо через север ехать. Туда сможешь? Надо было тогда через север туда ебашить. Давай через север, короче, и СБ, БТР тоже через север поехали там. Ты думаешь, мы направо не выйдем на эту метку, что ли, на синюю, блядь? Не, если направо поедем, не выйдем. Мы не поднимемся. Ой, налево я имею в виду. Вот так, я на их ДВ. Наблюдаю. Никита, как принял, я на их ДВ. Да, и чё хорошего? Подожди.
Не, а что, просто на метку выйти, да, я думаю, я проеду нахуй. Сразу туда. На 1.4 метку, блядь. Ну езжай как можешь. Нам, короче, надо туда проехать. К метке 1.4 синий. Зачем? Да, не знаю. Хочу, чтобы мы проехали туда и поднялись. Не знаю. А куда подниматься-то? Не знаю. В России. Куда? Вся техника же в другом месте будет, блядь. Слушай, у нас 30 минут осталось. Это нормально, на самом деле. Что-то я не понял твой план. Ты хотел на все, чтобы мы вся техника ехали. Я тут спускаюсь и туда просто выхожу на эту позицию. Но Никит, нас спалили, слышишь? Да это понятно уже, что нас спалили. Мне главное теперь сейчас технику... Там насечники где-то должны быть. Где-то там, это где? Ну, с направления нашей атаки. Они, сказано было, все ждите на атаке с севера. Так, СБ. Давайте-ка дуйте к своему БТРу и прям пули просто Барсу в зону кирайте. Давайте, пока вы живы, и мы сейчас тоже поедем. Ну давай, и мы тогда попрем. Да, да. Сейчас, кто воюет уже в лесу, тот воюет в лесу, а остальные, кто остался... Так, мы уже не давай мы тогда первым поедем, чтобы нас встретили. Отрасли, значит, на запад. К своему БТРу, какому он будет через север, на северность уходить. Может, давай постреляем по зоне? Ищите свой БТР. Мы можем отсюда по зоне пострелять, если хочешь. Подожди, пока Форан, береги свой БТР. Мы сейчас с двумя БТРами и одним бардаком, и надеюсь, СБ сядет. Рванем в зону. Да. Понял. Потому что уже все, нечего делать. Сейчас не важно. Для приличия заземлить максимальную территорию, чтобы они подумали, что все там же в лесу. Вон, СБ, покидайте гранаты дымовые, только, блядь, не перепутайте их, господи. Покидайте все гранаты, кто может, дымовые. Бум, блядь, все. Так, Азим, ноль выходит. СБ, ты опять тут ДВ сказал, давай, поторопись, мы тебя ждем. Чтоб ты сел в БТР и погнали в зону. Богда МВВ еще живой прием? Богда МВВ это штаб, да. По вам был пуск прием? Нет. Принято. А кто спрашивал? А, слот одиночка СБ БТР. А, все понял. Севернее Бора был слышен пуск. Вопросительный синий. Да, могут нам сзади зайти, блядь. СБ, давайте ждем вас. Я не очень понимаю, где мы стоим. А метка 1.4, видишь, где стоим? Она где-то тут? Здесь примерно, да. Можно сейчас на перекресток, в принципе, выйти даже. Я не знаю. Перекресток у нас вот здесь должен быть. На западе. Что-то я тут дороги не вижу, блядь. Он справа перекрёсток. Справа перекрёсток? Да. Закрываю люк, просматриваю пока северно. Ты не видишь там БРДМ и этот, еще один? Нет, тут не вижу, у меня бомба. Ликотерм сзади, там где ББ? Да, надо с ними соединиться. И вместе двигаться.
Если одну выбью, вторая машина пройдет. Это они спереди должны быть. Так, это ПДВ, никакой инфу больше особо не давать. Возможно, нас пушат. Звук я уже не буду делать. 1-4. А они сами рядом у меня слышат. Это барсы, по нам СПГ прилетел, или что? Воюйте там, вообще убивайте всех. Барсы, дымов, дымов побольше, блин. А то там много у нас пехоты, надо задымить пехоту. Так, ну СБ готово, как я понял, да? Или что за подъезд? Да, сейчас подъезжу. Нет, это подъехал к нам 1-4, я так понимаю. Да-да. Короче, мы доставили отряд на восток, они сейчас будут заходить с востока в зону. Хорошо. Дезинформа. А что, все, все, как говорится, это надо использовать. Смотри, как бардак, если поедет. А, хотя я его сам вижу, так что не надо. Смотри просто по сторонам туда. Ну да, смотри на дорогу. Как херово видно. Сдайчик назад. Любой... МБ, как сядете в свой БТР, к нам на метку, где Альфа-2-1 или Альфа-4. Нас по нам попали, по нам попали. Это СБ говорит? Да, это СБ, БТР, по нам попали с севера. Орудие выбито. Орудие Барсы, выбито. Идем искать СПГ, но где-то рядом с нами. Да, слышим его. Опять что-то взорвалось, слыхал? Прям по курсу, сзади, сзади, вот прям подо мной, блядь. Сейчас сзади, поворачиваю назад. Ухожу вниз, смотри. Так, я тебя не вижу сзади. Так, а вижу. Стой. 1-4, сваливайте тоже. Сваливаем, свалим, там к вам подошли в упор. Мы одного сняли. Ты убил его? 1-4, давай не по знаю, плану. Все, по плану, мы выдвинулись. МБ. Готовься, разворачивай вперед. Волыну. Какой был? Летим, короче, в зону. Понял меня? По плану. Воин. Да, если что, бросайте там все, что вам не нужно, и по плану. Бросайте все, что не это, не пригодится. Все, что, всю недвижимость. Че говоришь? Главное, не стой в полях. Я буду двигаться, я не буду останавливаться даже. Смотри его, уничтожай все, что движется нахуй. Я лечу, блядь. Так, куда мы едем? А я что-то тоже не пойму, куда мы едем, блядь. На юго-восток куда-то летим, блядь. Зона так, справа. Комарова, нет? Или зона? Зона, мне кажется. Нет, это Комарова. Комарова? Да, да, да. Давай налево тогда. Да едь что, сука. Бля, как она тяжко идет, блядь. Перевершенный шифт, может, на сейчас разберем. Прям по курсу машины, мочи ее. Сейчас, СПГ. Давай. Стреляй, стреляй, стреляй. Блин, правее, правее, доверни, доверни. Еще, еще. Так, стой. Просто поливай нахуй. Они сейчас ее разворачивать будут. Он один. Понял? Да, да, понял, понял. Давай, давай, наверх. И чуть правее. Вон он. Прям по курсу стоит. Мочи. Кто КПшит из нашего ПДВ? Так, убил вроде первого. Уничтожили один СПГ. Давай, назад. У меня коллиматор выбит. Я не вижу нихуя. Открыл окно. Давай. Сейчас я добью ее. Вон, сиди до последнего, понял меня? Да, да, да. Зона, смотри.
Она не едет уже. Сука. Еще как? Кто там все батарею сел? Он просто решил меня попустить в ответ. Но он нам колесо сбил из-за этого. Я понял, резко. Никита и Паша. Ну я надеюсь, пешегатом он вернет. А сколько тебя зашла? Ну, давление на починили, не? Мне пятерых и базак. То есть что, можно было позабить, но всем пришлось бы. Ну вот можно я еще. Андрей Муса же убил, это не точно. Нет, нет. Нас с Илковкой добили. А, ну... Тебя ну наим. Ты выстрелил, мы нас ранило, мы начали бегать туда, нас выстрелили. Я не понял, боже, ты кого-то убил? Блять, Никиту свои, да, убили? Да. Ну ты, Никита, неудачно под зону обстрела пулемета вылез. А нам все выбили к ебеням, она красная машина полностью. Первый раз про себя догадается пойти на базу? Да, должен быть. Бессмертный БТР. Хотя, ну, уже... БТРы там что-то их может. Это 60? А, нет, 70. 70. Да. Ну, все красное, да. Слушай, ты, блядь, ёбаный прожектор, нахуй, РХС надо в задницу толкать, нахуй. Да. Он нахуй не нужен вообще. Лучше бы он отстреливался, да? Как хит-пойнт. Откручивать его нахуй. Не, типа, башню повращаешь, он нахуй просто улетает. Или складывается. Там основная проблема просто в том, что ты... Короче, он на самом деле немножко в другом месте находится от того момента, где башня поднимается. Поэтому иногда там, когда ты целишься прямо в него. А хотя башню уже можно запустить. Бля, воин, посмотри налево, бля, там народ бежит. Там воин шороху наёб, пиздец, все остальное бежит убивать. Мимо. Да, давай им самое время. Ой, влетели, блядь. О, все. Бум. Наконец-то. Нормально, воин, влетели, хорошо. Ты его юхак? Только Никиту убил. А, да ладно, это он меня убил? Да. Дом забежал. Он еще и воин еще и меня убил. Чисто стрелял и убил меня. Да что, это все так я кого-то поубивал? Да, ты меня убил на крыше. Ты просто шмалял и убил меня через деревья. Я просто стрелял во все стороны и все. Ну мы с тобой двоих точно убили. Лазера и лобстера. Вы двух Уралов убили, убили Артеса. Никита бежит, гранату кидает, и Тони убивает. Просто на мне рандоме. Кажется, лазера я убил. Лазера... Нет, я Тони видел, что он лазера там, фором я поэтому переехал. Гранату и кинул. Да, мы лазера просто переехали. О, нихера, а синих-то нету. А где синих? У меня башня нету синих. Не опускалась, чтоб лазеру голову закрепить. Вон, наверху бегают. Да-да, я специально лёг. Не, ну, наверху-то не, мы... ладно. Я увидел, когда этот бардак поднёсся, и за нём как раз чувачок бежал с автоматом, по нему стрелял. Вот а где боевой дух? А где СБ все поумирали, не понял? На горе. Не вижу вообще. На южной горе, на юго-западе. А, вон. Надо было с козловки точно заходить. Посмотрите на, посмотрите на борща. Ему нормально. Он просто как на санках скатывается так. Ну а куда ему еще деваться-то? Да? Он Гектор, если сейчас его только обнаружено. Так Уазик же полнопривидный, почему задний колеса? Гектор меня убил, а у борща выбиты колеса. Где блокировка дифференциала? Почему задний там ось не работает? Там нет блокировки дифференциала, там убогий козел какой-то. Там ничего нету, нахуй. Вы что, забыли, что в арму играете? Он в горку с трудом собирается. А борща, походу, ноги еще выбиты. Так уж он не знает, что быстрее, то ли отползти, то ли... А, да, он раненый, правда. Хераклий зеленых. Ну, Гектор, чё здесь? А кто меня убил? Меня это кого? Богуса. А ты где был? Я вот под Набатом, там Бабель. Где сейчас Борщ? Да, где сейчас Борщ? Возможно, Гектор. Гектор. Гектор свой.
Не, нет, он не свой. Он... Блин, а вот вам в лицо там РПГ прилетело, было нормально? Ну, он нам выбил колеса, мы пытались отступить, потом я побежал вперед прикрывать его, но, как я понял, Борщ потом там кого-то в лесу-то убил. Потому что он из СПГ хитро шарахнул. Так бабай лежит тут. Давайте молиться, что сейчас зеленые сойдутся в зоне и перебивают друг друга. Потому что полутались? Бабай просто целился с мухи по СПГ, и СПГ прилетает прямо ему в лицо. Сейчас придут как на зачистку и давай. Потому что мне Борщ начал кричать давай назад, но там за ним стоял ноунейм. Я сначала видел его. Оцелот чё... А, лол, оцелот ещё летает над БТРом. Классно. Аллилуйя. А Гектор даже его не обнаружил. А где Гектор из отделения, я не пойму, он же не один был? Ну, СБС, ещё СБ. На юго-западе, в 3 километрах. Блять, когда это закончится? Пацаны, я предлагаю, да, скипнуть. Там еще второй день будет. СБшники будут год идти там. А, да, нет, если что, я как КС это, синих, я сказал, да, и все, мы проиграли, до свидания. Ну, вот КС синих, чем бой. Врубай. Руби. Заебал уже. Ты нас... О, не руби, начали переубивать. Ну, какая он ЛСИшники Г6-х убивает, а ТВшники Г6-х убивает. Гриф КС, ёппарасос! Ебать! Вы чё, долбанулись совсем, что ли? А нахуй они мне орут, блядь? Да тихо, помолчите, Мустер, ты здесь? У тебя замьючен микрофон. Скип это говно уже, всё, наигрались. Ещё 13 минут смотреть просто на нихуя, блядь. А как зелёные друг друга убивают? Да потому что, блядь, там, меня, блядь, орут. Ебать, что это, блядь, был за трэш вообще, блядь? Тебя заебало уже всех таскать по карте. Ладно. Я убил Газик, Артеса и ДШКР.